продолжаем церемонию награждения. Весовая категория 65 килограмм, мужчины. Церемонию награждения проводят директор Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчары Геннадий Анатольевич Васильев. Третье место заняли Жирков Константин, Республика Саха, Якутия. Карданов Тимур, Кабардино-Балкарская Республика. Всем призерам вручаются медали, грамоты, кубок от ювелирной компании КРГ «Якутский бриллиант». Второе место занял Светариза Тамерлан, Московская область. Первое место и звание победителя в соревнованиях чемпионата России по мастрестлингу среди мужчин занял Савин Дмитрий, Республика Саха, Якутия. Победителю также вручается сувенирный подарок от Республики Татарстан. Традиционное фото на память. Также грамотой награждается тренер победителя Агапов Алексей, Республика Саха, Якутия.